Добрый день. Мне 33. И еще недавно мое поколение называли потерянным. А сейчас всего за 8 лет мы стали поколением, добившимся успеха. И для меня очень важно, что на эти выборы Путин идет вместе с Дмитрием Медведевым. 2 марта для нас – это больше, чем выборы президента. Это выбор будущего для тех, кому сейчас 14. Мы должны жить в стране успешных людей. Вместе победим!